Ну что, продолжаем делать софтбокс. Вот, собственно, немного криво, но игриво, короче. Потихоньку будем делать, и скоро я завершу, надеюсь. Так, ну что, в общем, продолжаем делать этот софтбокс. Значит, нашел я проволоку, нашел такую стойку, у меня для микрофона она была. Вот, и сейчас все это дело будем закреплять. Кое-как сделал сам коробок. Ну, хуево сделал, я не вкладывался. Поэтому сейчас будем все это дело делать. Так, еще куда положить камеру? А ну. О, вроде видно. Так. Солдат, все медали, все награды твои. Самый называемый футбокс. Вот он. Короче, дырка такая. Вот, и короче, видим, что вот я такую штуку сделал, такую залупу прикрепил скотчем. Скотчем прикрепил, вообще жесть просто. Такая вообще срачевня в этой квартире, ну, в комнате. Ну, это просто капец, смотрите. Ну, что это такое? Носки вон мои валяются, грязные носки, сука. От коробки эти залышки на украинском будем остатки разговаривать. В общем, пиздец, склей нахуй ПВА. Вот тут все раздрочено, раздолбано. Сука, я немного сдолбался уже его делать сейчас. Ну, скоро его уже сделаю. Его, в принципе, можно вообще было там за час сделать, за полчаса при желании. Но в силу того, что много всяких забот, приходится так потихоньку. Но уже почти вот сделал, скоро вот будет все. Так что все будет изи-катка. Так, ну что, будем уже начатое завершать. То есть уже можно сказать, что а-ля полноценный софтбокс. Вот будем сейчас тканью все это заклеивать. Вот, изнутри, в принципе, нормально. Ну и, в принципе, туда-сюда будем пробовать, что оно получилось. Все. До связи. Короче, вырезаю ткань. Вот, вырезаю ткань для вот этой нижней штуки. Блять, уже надоело, я уже неделю его делаю, отвечаю просто, блядь. Все, сейчас все будет изи-катка. Так, ну что, пацаны, в общем, сделал я наконец. Вот, можете лицезреть. Такая штуковина. Сейчас все поворачивается, все дела. Вот сейчас попробуем включить. Так, ну смотрим, да? Вот, ну в принципе неплохо. Так, и ткань. Белая ткань есть. Вот так вот можно фиксануть. А скотчем, я думаю, скотчем фиксанем. Вот так вот она будет. Вот здесь скотч. Вот таким вот образом. Вот, в принципе, делал я долго. В принципе, в день я где-то полчаса, просто нужно было и ткань найти, и всего понемногу, как говорится. Ну, вот такая хрень получилась. Вот, свет смягчает. Вот, видно. Вот. Так. Потому что приоритетом мне было закрыть вот эту херню. Вот эту, и чтобы она была нормальной. Ну, в принципе, вот так можно крутить. Вот, видно, да? Крутится, все нормально. Так, ну все, вроде как. Сейчас с проводами разобраться. И все, в принципе, будет нормально. Все будет изи-катка. Спасибо,
кто смотрите. Всем удачи, всем пока.